Сегодня мы хотим рассказать об универсальном органическом средстве, которое подойдет для подкормки как комнатных, так и садовых растений. Приготовить его можно из одного продукта, который наверняка найдется на вашей кухне. Речь пойдет об удобрении на основе овсяных хлопьев. Овсяная крупа содержит множество питательных элементов, таких как витамины группы В, калий, кальций, фосфор, железо, магний, цинк, медь, марганец, а также органические кислоты. Все они необходимы для правильного развития растений. Удобрения из овсянки активизируют рост, помогают сформировать мощную корневую систему и вегетативную массу, укрепляют иммунитет, защищают от распространения некоторых болезней и атак вредителей, способствуют скорейшей адаптации после стрессов, вызванных пересадкой, пикировкой или изменениями окружающей среды, насыщают сочной зеленью листья, продлевают период цветения и делают его более пышным и ярким. Для приготовления полезного удобрения половину стакана самых дешевых или даже просроченных овсяных хлопьев заливаем 1 литром теплой воды и оставляем настаиваться на 3 дня. Готовый раствор процеживаем и разводим чистой водой в пропорции 1 к 4. Полученным составом осуществляем прикорневой полив цветов. Подобную процедуру рекомендуется проводить один раз в 4 недели.